В НЭС показали все астероиды вокруг Земли. Сейчас известно около 18 тысяч околоземных объектов в радиусе 195 миллионов километров от Солнца. Каждую неделю регистрируют в среднем 40 новых. В НЭС опубликовали анимационный ролик, который демонстрирует количество астероидов и комет вокруг Земли. Видео приурочили к 25-летию создания системы планетарной защиты в США. Отмечается, что сейчас известно около 18 тысяч околоземных объектов в радиусе 195 миллионов километров от Солнца, но каждую неделю регистрируют в среднем 40 новых. С учетом того, что габариты объектов чрезвычайно малы даже по околоземным меркам, реальная картина значительно отличается от той, которая для наглядности представлена в ролике. В 2005 году власти США поставили задачу отследить до 2020 года 90% околоземных объектов величиной от огромных до всего 140 метров в диаметре. Недавно в НЭС запустили систему Scout, которая обеспечивает автоматический анализ траекторий большинства обнаруженных околоземных объектов, причем еще даже до того, как независимые обсерватории подтвердят открытие объекта. Если система засечет опасный объект, будет мгновенно оповещен офис по координации планетарной защиты Пентагона. Многие функции Scout дублирует другая система, Sentry. Напомним, в конце июня японский космический зонд Хаябуса-2 долетел до астероида Рюгу, расположенного за 280 миллионов километров от Земли. Зонд должен совершить посадку на астероид и взять образцы пород. Ранее сообщалось, что НЭСА запустила миссию Осирис-Рекс к астероиду Бенну, который является одной из ключевых угроз для Земли на сегодняшний день. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта news.grocom.